Ну что, ребят, Brawl Talk. 35 секунд осталось у нас. Блин, это будет топ обнова. О, видали, видали, котик внизу. Сейчас будет просто пушка, ребят, я уверен. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, две, давай! Одна, все. Так, что же там будет? Hello and welcome to Brawl Talk and to the first update of the year. Now, Ryan, what the heck... Так, сейчас, секунду. Во-первых, пока что паузу поставим. Все-таки, чтобы не было лагов, я чуть-чуть понижу качество. Немножечко. Да, вот. Второе, что мы сделаем сейчас, это поставим субтитры, конечно же, обязательно. Обязательно, без субтитров никак. Все. Итак. Райан, какого черта ты делаешь? Погнали. Well, Danny, I'm so glad you asked. Что ж, Дэнни, я рад, что ты спросил. В этом обновлении мы полетим в космос. Are going to space. Now suit up. Not again. Одевайся, о нет, снова. Perfect. Are you ready? Блин, реально космос, ребят, офигеть. Here we go. Hello and welcome to season 5 Space Cats. И добро пожаловать на пятый сезон. Космические коты. Блин, офигеть. And we are releasing our first cat brawler named. И мы выпускай нашего первого бравлера кота, которого зовут Кит. Кит, ты маму мав. Сразу этот мемчик я вспомнил. It seems we got a replacement. It seems that the new brawler Kit has been replaced by. Что? Что? Все-таки не будет кота. Welcome to Season 5 Star Force. Colonel Ruffs is the colonel of the Star Force Space. Что, блин? Собака, вы серьезно? Собака будет, ё-моё. Spaceship. He is a master strategist, our newest. Он мастер стратег, наш новейший хроматический бравлер и собака. Chromatic brawler and a dog. Now for Ruffs main attack, he shoots two. Он стреляет двумя параллельными какими-то прожекторами. Когда они попадают в стену, они отскакивают. То есть это как Рико, что ли? Kind of like Rico's, да. То есть это как Рико, но немножко другое. То есть это две линии, это будет две штуки, которые отскакивают одновременно. Это как Рико, только в два раза круче, офигеть. Can have like interesting results. Colonel Ruffs is a support brawler, so for his. Раф это саппорт, то есть он будет, я так понимаю, лечить. Его супер вызывает. Super. He brings down a supply drop from space that can damage enemies when it lands and brings. Выпускает какую-то штуку, короче, которая космическую штуку, которая наносит урон врагам, когда приземляется. Power up for your team. А, и еще и улучшает ваших тиммейтов, офигеть. Skins, что это такое вообще? Это Дэрил? Офигеть. Это Дэрил. Ронин Раф. Прикольно. Так, новые скины, это круто, но неужели будет один бравлер? Я думал, будет больше. Ну, посмотрим сейчас. And they're space-themed. They are space. Окей, короче, космические скины, говорит, будет космический бул. Навигатор Калетта. И темный лорд Спайк. Вот, это он был на превью. Блин, это был лорд Спайк на превью, ребят. Keep an eye out, because 2019's Lunar New Year skins are available. А, еще и за 19-й год доступны будут скины. Ух ты, прикольно. Также у нас за старпоинты темный Карл. Which is Dark Tide Carl. А в чем разница? Also coming on Valentine's.
По-моему, он такой же. О, но это по типу мистера Пи шпиона. Championship challenge is back. Еще один чемпионат? Что? В феврале будет новый чемпионат. Блин, будем играть. The first one is coming to you in February. And if you pass this first stage, you can continue playing the championship. Ух ты, гаджет-пассивка. Блин, мне прям интересно, что за гаджет и пассивка. Through the game. Ага, то есть если вы пройдете чемпионат, то он будет еще дальше. Это что-то мирового чемпионата будет. And we are also getting 8 new gadgets. Добавляем 8 новых гаджетов. 8, боже мой, 8 гаджетов. Офигеть. We'll be releasing 2 gadgets per week and you'll be... Мы будем выпускать 2 гаджета в неделю. И вы будете голосовать за тот, который выйдет первее. First on our social media channels. And 6 animated. И 6 анимированных пинов. And... И эксклюзивные на китайский Новый год пины. Lunar New Year pins. That's our first update of 2021. Это наше первое обновление 2021 года. Be sure to subscribe to catch all the... Подписывайтесь на Ледаса, чтобы не пропускать новые ролики. And we'll see each other again in March, or... И мы увидимся в марте. Боже, почему так поздно-то? Sooner. Или... Блин, они такие, увидимся в марте, или скорее, или все-таки в марте. Блин, вот говнюки, вот блин, говнюки, Суперсел. Не говорят когда. Or in March. Mr. P, Poco, Frank. Мистер Пи, Поко, Фрэнк, Джин, Нани, Тара, Тик. Это что, гаджеты типа? Джин, Нани, Тара, Тик. Окей. We are also getting 8 new gadgets for Mr. Пи, Поко, Фрэнк, Нани, Тара, Тик. Угу. Oh, I forgot one. I was so close. All right, here we go. Все? Are you missing something, Ryan? Oh. Кажется, ты что-то потерял, Райан. И... Это еще не все, стоп. Или все? Это все? Я думал, еще что-то будет. Все? Ну, блин, не, ну круто, конечно. Но, блин, я ожидал чуть-чуть все-таки побольше. То есть 8 гаджетов, новый бравлер, новая тема, все. И будь, и аж в марте увидимся. Что, блин? Почему в марте? Боже мой, это ждать еще и ждать. Ну, в принципе, блин, обнова крутая, ребят. Я не знаю, что сказать. Будем пушить нового Рафа, Бравлера. У меня будет 100 боксов, кстати, ребят. Я накопил, так что подписывайтесь, если не подписаны. Потому что я накоплю больше 100 боксов и открою их в следующем 5-м сезоне. Ну, а на этом все. С вами был Ледас. Спасибо, ребят, за просмотр. Всем удачи, всем пока. До новых видео. Увидимся скоро.